Хорошо, возьмите, я Лену сейчас позову. Где-то вышла. Спасибо, что вы бачите. Лена. Лена спит, куда ты вышла? Да. Да рыба, караси, а что вы эти карасей-то губите? Зачем? Они же выросли вы большие, да? Это вообще. Ну что ж вы делаете? Это браконьерство. Это мой не я. А? Это браконьерство, браконьерство. Ах, ты же и ловил. Браконьерство. Тарасе, ты же и ловил их, браконьер. Вот эта комната. Нету ее здесь. Где? А, вон он где. Сейчас. Да. Да, кого ты узнала? Кир, кого узнала? Ну, я вас узнала. А это? Да, это... Сибирский ковчег или веров потеряю. Ой, я же помню этот вот, который этот, а наконец-то кто едет, такой... смотри. Так вы это. Да, это вообще шикарно. Это был у меня воронок такой. Был. Это первое. Еще потеряющих не было, это Игнатий Тихонович. Это вот девчонка какая. Вот это она сейчас в Греции живет, Ангелина эта. Ага. Вот отец Наум. Из... Он сейчас в Грузии. В Грузии, еврей. Это я вот запрягаю своего воронка. В это тут уже лагерное, это все больше лагерное. Вот эти основу физзарядку проводят с детьми. Знаете, ой, он так и остался. Велосипед ремонтирует. Это вот. Да. Эти. Вот из этих еще никого здесь нету. Это а вот, вот это вот, она которая в Америке у нее муж-то вот это базит. Да, ну знаю я. Вот это. Да, ой, вот это со мной рядом живут. Люда, это соломчица. А, и Женя. Ага. Это мой дом. Красно. Еще березок не было, еще березки меня только садил. Нет, еще только маленькие там. А сейчас мы какие березы у меня растут. Это отец этого Нестора, Глухонемой Андрей. А, это он такой? Да. А сейчас вообще какой-то другой. Ну, Годы идут. А это сами подходите. Где? Это старые жители Потеряевки. Она... Это Потеряева. Нету его здесь. Потеряев. Иван Ефантьевич. А это Евдокия Титовна Рыжкова. Еще и цветная фотография. Вот, да. Вот этот. Да, Нарышка, это они там, это не жили. Они были, их раскулачили когда в 30-м году. Ага. Вот, да, я знаю. Они забрали ее, да? Курочек, да, это батюшка. Игнатий Тихонович с мамой. Да. Вот. Это черемуха была у меня, хорошая черемуха. Но вы сейчас там молодые остались только. Угу. Надежда Васильевна. А вот это вот, посмотрите. Это где купол? Ну, на храме. А-а-а. Храм, вон, дом, вот видишь. Все. Такой вот, черный. Березки уже здесь, видишь, березки поднялись, вон какие березки уже не были. Уже огромные. Ай, Надежда Васильевна. Да. А это он работает у вас? Работает. 12-й посел. И сейчас работает? Да, работает, но только надо карточку. Работает. Работает. По Алтайскому краю бесплатно звоните. Вот это на огороде. Ой, это вот это Наталья. Наталья. Да. Как там мы? Голубятня, Игнатий. Это был корреспондент с Москвы. Ага. Игнатий, он Голубятня. Это вот костер. Сестра Галина, а там сапоги он чистые. Это кажется, женские стоят. Дочка, там на персте какая-то женщина. Да, темный такой снимок. Это кто? Это Игорь. С Леной еще было, и Тереша был маленький, ой. А сейчас третий какой. Игорь. Еремы еще не было. Да. Маша была, сейчас Маша замужем уже. Ну, Машу тоже я видела. О, костер какой. Это другое место? Нет, это то же самое. А что это за столбы? Как будто какая-то Ленина, да? Они там есть. Где мы сидели? Там короткие. Может, она и была когда-то звездочкой. Виктор Николаевич. Искусственно. А это кто? Сергей. А там отойдите сюда, выйдите, там вот выпустить, наверное, надо. С вещами. Пойдем. С вещами на выход. Нет, эти сундуки большие надо. Помогите, Виктор Андреевич. Там нам не выпустили. Это я.
баранов и знаете, цветов свои. Ой, Володя, да? Крест, а мне тоже Машка подарила это. Крестный вход. Ну, я такие... Во, это крещение. Вот это вот я помню про это, рассказывали, да. Кто это. А это Степан Степух, вещу я. Степух. Это сын племянника. А, это... Андрей Устинов. Андрей, я Андрей Сергеевич. Вот немножко пораньше, вот так он, часиков на 4. Вам бы разменяли. А что, спросил? А где он ее везет? Ну так сделали это. На тележке везет, она подняла руку, как бояр Мороз. Это Игнатий там все это. Все сценарий такой. Вот это красиво. И вот это. Надежда Васильевна. Ну он Наташа, ты просто... Да, Волобуев, да. Я смотрела выставку тоже его. Игорь Третьяков. Игорь. С Юлей. Ну, да. Вот это, вот. Это Наташа. Ну это вообще Наташа. Мадонна, это, да? Это он так и написал, сибирская Мадонна. Ой, я это не видела, так, сама сказала. Да, красиво. Ой, это что такое? На качели. А, это качели. На тарзанке. Это палочки. Ну, что-то летит он или вот что-то. Это, да, 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 да. Среди деревьев. А, все, я теперь поняла, поняла. Это просто маленький. Эти все в Грецию, я тут все взрослые девчата в Грецию. А, это серьезно. Да. Это в Барнауле все. А, это тоже в Барнауле уже. Это не при подъезде потеряешь, ты был знак, если у вас пожар был, горел. Там Наталья на сапоги заберите, а то она оставит. Она сказала, оставляет. Оставляет? Что? Решила приехать еще? Вещи, кто-нибудь рубахи, придет, где-то пригодятся. Забрали. Забрали. Ну что за пушок, зачем? Гаситель воздуха, это ветра видно. Чтоб не шумел ветер. Да. Что, гасится? Ну, проверим. Не знаю. Да, вообще, ну, шума нет. Ветра. Ленты рубаху забрала. Место осталось. Забрала. Все забрала, да. Там что висит, все собрали? Не останемся, мы одни дело водим. С вот еще. Ну с Натальей до Барнаула вместе едем. Счастливо, будем продолжать. Зима.
Давай. Сейчас, это вторник. Среда. Рад. Сегодня 7-е. Он сказал, все. А, его позвать надо. Позови, брат, это Игнатий Иванович. Где он, там, в машине? Да, нет, он у себя дома. Игнатий Тихонович. Он у себя дома. Он дома, дома. А что он убежал? Ну, чтоб не ждать. Грустно. А с Батюшкой вы прощались? Ладно, да. Все, разъезжаемся. Да. Все. Да, будем знакомиться. Пока. Теперь будем общаться. Так, дамы надо бы прийти. С Леной иди попрощайся. Пока. Сейчас Игнатий Тихонович придет. Данила, зато вместе купаться будем. И больше купаться будем. Потому что меньше людей. Больше купаться. А где этот Андрей-то находится? Не знаю. Знаете, в поля ушел. Наверное. Тарас? Все нас покидают. Да-да, скоро и вы нас покинете. Да. А вы в среду с нами. Дядя Володь, и вы останетесь опять вдвоем. Почему? Сергей Павлович до 10 октября с нами. Втроем уже. Почему он до 10 октября? Он вернется. А, октябрь. Да? Нас отвезет и вернется. Кто? Сергей Павлович. Он завтра же нас повезет. До 10 октября. А куда, до Барнаула? Да. Ну, он потом вернется наверняка. Ну, наверное, да. Хочешь попробовать, да? Не вернуться. Да, дядя Володя, я удивлен. Ну, дядя Володь, трое-то мало. Ой, а Дмитрий с кем? Телефоны, зарядки все забрали. Забрали. Там мой стоит. Давайте, счастливо. Встретимся. Встретимся с вами. Приедете к нам в храм. Конечно. На службу. Счастливо. А мы до Лёши выходили. Давай, Валюш. В городе с тобой встретимся. Богом. Да. Вина будет? Нет, все хорошо. Все по-хорошему? Да ну как бы, конечно. Нашла, говорю, дайте почитать. Вот там про природу хорошее. Все, приехали. Хорошо, мы верны до завтра. Опять похочешь, сколько раз должен быть.
кореш смеющий шаны. Ты считай. Блажены плачешь. Нет, мы тоже смеемся. Я не смеюсь. Ха-ха-ха, я даже 50 лет рот не видел, не оживаю. Ты что? Зато вот, говорит, хохочешь, не думаешь, что бес хочет тебя. Ты не играй этим. Короче, вашу папочка хорошо, если помню. Завтра же делаем. Ага, все понятно. Вот наш Сережа. Дорогой мой. Так, с ним еще кто едет? Ну, раз ты еще уезжаешь? Да. Уезжать? Да. А как же так? Ты же завтра на рыбалку идти. Хочу крючки наточены, на там отпойдет. Ты оставайся. Да нет, уезжаюсь. Потом с дядей Сережей уедешь. Мы у Алексина побудем. Ну ладно, давайте. Да. Ну что, вы выворачивайте машину. Давай, иди. Все, никого нету. Один остался я. Нет. Кусок. Пока, брат. Пока. Да, и свои видные бумажки. Варвара! Варвара, почему я тебя раздавил? Давай, еще булочка. Нет, уже не надо. Варвара. С рождением. Может быть, увидимся. Ты что это меня не поцелула? Глушит ветер. Что, серьезно, глушит? Да. Круто. Кто раньше мы мучились с ветром? Да, я помню, первый раз в 15-м приехал, когда видео смотрел. Давай, Андрей. Посмотрел видео, там вообще ничего не слышно. А где это ваша? Лера, а где все? Ну они там что-то... Лер, папа, Тимоша, я выгоняюсь. Сюда, тихо, ничего. Вообще ничего не слышно. Купайте сейчас. Буквально вот так и раз. Да и вот, потом посмотрим, как получилось без ветра. Нет, нет. Это начальник заберет сейчас. В интернете потом будешь смотреть. Ладно. Пока. Пока. Сейчас. Галя оставит? А нет. Понятное дело. Снимай туда. А? Снимай туда. Куда, туда? Смотри. Карочка старая. Пожалуйста. Пожалуйста. Ничего так помнить. И все, на этом все. Значит, а что, все разъезжаются. А там вещи еще остались. Там вещи еще остались. Это мои вещи. Главное, чтобы никто ничего не оставил. Точно к оперению, но у них есть повод вернуться. А те две. Ну, они во Христа облеклись и все. Все, да. Через год будешь отправлять. Нет, через год приеду, пускай их забирают. Да, не говори. А что ты меня не поцелула? А я вот пошли, и все. Целова меня. И Батилёва. Я дочь твоей наказала. Помни меня, не забывай, молись обо мне. А как меня зовут? Уже не помню. Вот видишь, говорю, как ты мне обещаешь молиться. Ладно, давайте счастливо. Давай, я вас тоже помню. Поздравляю вас.
тоже ведь уже не увидимся. Да, а мы с тобой по WhatsApp. Юра, по WhatsApp. Иван, город Галина, сюда. Давайте, Юра, до свидания. Своим привет. Сереж, до встречи. С Богом. Давайте. С Богом, братья. С Богом. С Богом. Поехала? Да. Бога, да. Ты, конечно, все проверили. Да. Чужого не взяли, свое не оставили. Ни того, ни того, там три. Все, с Богом, давайте. С Богом, с Богом. Храни вас Господь. Вон он нас ждет. Я вот сейчас Кобин, Галян. С Богом надежда. Все, я сама. Вы не знали? Все, давайте остаемся. Валерия, с Богом. У нас Севастьян, мы втроем поедем, с Богом, помоги Христос. А еще у нас Нестор, Нестор с нами поедет. А может еще кто-то, еще про кого-то говорит? Да, мы тут до завтра. А, с Богом! Да, сейчас я еще... Я потом созвонюсь там, с пилой приеду. Ну посмотрим. А то может сами справимся. Все, с Богом, брат. Давай. Давай. Еще раз. Спасибо тебе. Обнимашки у нас целый день. Спасибо. Слава Христе. Береги себя. Hee hee hee.